Итак, появился у нас тест по Варду, он был заблокирован, я запустил Writer, LibreOffice, Варда у меня нету, ну и попытаюсь пройти этот тест. Мне помогает Мигран пройти тест. Так, ну чё тормозим-то? Угу. Так, начать тестирование. Рекомендация тест. И где тест? А вот начать попытку. Это интерфейс, конечно, тема, конечно, старенькая, совершенно ужасно. С помощью какой команды можно найти слово и заменить? И найти и заменить, может быть. Вы хотите курсивом Ctrl-I, курсив, щелкнуть мышью слева. Ну, нет, можно, вот это тоже можно, Мигран, но тогда после этого нужно сразу набирать текст. То есть это не текущий, не текст, который уже есть, а новый текст будет вводить. Да. Для выделения фрагментов текста можно сделать следующее. Два раза мышью. Ну, вообще это должно поддерживаться. Вот слово мы... Давайте два раза мышью щелкнем. Выделилось. Для абзаца три раза мышью на абзаце. Выделилось. Курсор с шифтом можно. Shift-анимация. Что за Shift-анимация? Для выделения строки можно щелкнуть один раз на строке. Нет, это в таблице один раз. А просто текст нет. Значит, на скольких страницах появляется колонка титул, не имеющий титульной страницы? На всех. Колонка титул без титульной страницы. Титульная страница первая, и на ней просто ставится специальный колонка титул. А как скопировать фрагмент с помощью мыши? Выделить текст, нажать правую кнопку мыши. Так, выделить текст. Правую кнопку мыши нафига. А, тут вот так вот. Тут нет скопировать. Выделить текст. Выделить. Стоп. Вот без пол-литра не разберешься. Ну, скажем, я выделил текст, и можно его перетащить? Нет. Перетащить с контролом? Нет. С шифтом? Нет, не понимаю. Выделить текст, нажать правую кнопку мыши и щелкнуть указателем. Выделить текст. Нажать левую кнопку мыши и перетащить. Но он не перетаскивается у меня совершенно. Ах, перетаскивается. Но это без пол-литра не сделать. Это вот какое-то это... Удаление аппендицита. Как сделать отступ первой строки? Главный абзац отступ первой строки, да. Это нельзя, это нельзя. Да, вот так вот. А вот с табом это какое-то безобразие. Значит, для задания полей, для всего документа и текущего поля, наверное, используется. Никогда не использовал. Клавишу Enter необходимо нажимать в конце абзаца, да. На какой вкладке мы можем выбрать вид создаваемого колонка титула? Колонка титул. Вставка, ссылка, конструктор, вид, главная. Вид. Вкладка, колонка титул. Это Word какой-то кривой, который с этими, с полосочками. Я с ним и не работал-то никогда. Ну, давайте колонка титул.
Так, а вот там про главное что-то было у нас. А где может быть Калантитл? Вид, наверное. Вид, наверное, да. Ну пусть будет вид. Укажите верный способ перемещения текста. Выделить, копировать, вставить. А. Перенести курсор. А вот что мы вот по 10 раз одно и то же тут? Перетащить текст. Он тут перетаскивается, а где-то у нас... А вот где-то же у нас там было копирование. Но это не скопировали, это перетащили. Да, господи, я... Копировать если правой кнопкой? Нет, там... Перетащить правой кнопкой? Ну, смотри, вот просто так мы перетаскивать можем. Так. Левое перетащили. А если мы Ctrl нажали, он скопировался, с Ctrl перетащить. Вот так вот. Можно ли удалить таблицу с помощью клавиши Delete? Нет, она не удалится. Только то, что в ней удалится. Ориентация страницы. Альбомная и книжная. Диагональная страница очень хорошо. Можно ли изменить цвет фона выделенного абзаца? Но мы можем же изменить вот цвет подсветки, цвет фона. Вот желтенький. Оп. Абзац выделили, цвет фона изменили. Ctrl-Z. Неверный тип выравнивания по центру есть, по абзацу. Как выравнивать по абзацу, непонятно. Как влияет изменение масштаба отображения документа на печать документа? Никак не влияет. С помощью какой вкладки можно настроить масштаб отображения документа? Ну, не работаем мы в этом Word'е, никогда работать не будем. Почему? Вот, ну ладно, отображение документа. Ну, наверное, вид. Логично. Как удалить символ в тексте? Установить курсор клавиатуры за удаляем backspace, установить перед delete. А это наоборот. Ну вот. А вот если на Macintosh работаю, там нет у нас клавиши delete на Macintosh, да, мигрант? Вот как вот это вот? Дискриминация. Можно ли вставлять рисунки в колонтитулы? Да хоть что туда можно вставлять. Ну вот, давайте вставить колонтитул. Так, правка. Так, вид колонтитул. Где же у нас тут? Колонтитул в виде или в вставке? Вот, колонтитул. Вот верхний колонтитул вставили, а тут мы вставим... А что мы сюда можем вставить? Ну, картинку можем вставить, да, скажем? Вот давай вот сюда вот картинку вставим. Вставка медиа, вставка изображения. Ну, какое-нибудь изображение. На. У меня изображений-то нету. Ну, у меня нет изображений. Я изображениями не занимаюсь. Сейчас. Стоишь со страницы какое-нибудь фоновое изображение. Стоишь скопировать. Где? Вот 5100 сохранили. Сохранить. Копировать картинку. Вот, скопировал, да. А теперь сюда. Вставил картинку в колонтитуле, картинка вставилась.
Ставилось, да? Для добавления следующего абзаца документ Word используется клавиша Enter. Можно ли увеличить интервал между абзацами? Нет, конечно, нельзя увеличивать, потому что если каждый будет увеличивать интервалы, будет безобразие какое-то. Закончить попытку. Отправить все, завершить тест. 8. Вот. Я идиот. С помощью команды найти и заменить его на другое. Конечно, заменить, найти и заменить. Давайте смотрим, как у меня правка. Найти и заменить. Ну вот тут называется найти и заменить, и, наверное, в новом Word'е называется заменить. Вот кто с новым Word'ом работает, тот так. Нет, вот смотри, с помощью какой команды найти слово и заменить его на другое. Вот я тут выбиваю правка найти и заменить. С помощью этой команды, да? Ctrl-H, да, а тут написано, что это не найти заменить, а просто заменить должно называться. Может быть, нет, вот, ну, у кого есть такой супер Word новый, пожалуйста. А может быть, так, неправильно, выделить текст, по пиктограмме копировать. Это, наверное, опять же в новом Word, потому что где-то у меня пиктограмма копировать. Ай. Ну, с другой стороны, я же с помощью Ctrl скопировал текст. Да. Правильно? То есть это тоже можно. Но нужно отвечать так, как они хотят, а не так, как верно. Какой вкладке? Вот, вкладка вставка. Вот ты бы догадался, что колонтитул вкладки вставки. Ну, не так. Вот. Ну, тут надо отвечать так, как они хотят, а не так, как это. Delete, да, нет, нельзя. Альбомная, диагональная. Никак не вкладка вид. Backspace delete. Ну вот, как видите, вот кое-как я ответил, ну, я считаю, что я не умею работать с Word'ом, но учиться работать с Word'ом я не хочу, потому что я с ним не работаю и работать не буду. Но вы, так что когда будете отвечать, вы открываете новый Word, 16 или 13 с этими полосочками. Закончил я.